Пам-пам. Так, ну что, всем привет. Сегодня я стараюсь рассказать немножечко про SEO. Оказалось, у меня есть такое интересное занятие, которым люди интересуются. Вот. Что такое SEO? В двух словах, это сайты. Сайты, их наполнение. Значит, есть три типа сайтов. Их, наверное, больше даже. Но я подразделяю три. Ну, может быть, четыре. Так вот, мы с вами будем говорить в основном о сайтах с так называемой SEO-составляющей. То есть это многостраничные сайты. Есть у меня вот такой вот хороший пример. Косулинский сайт, поселок Свердловской области. Вот. И у вас, например, могут возникнуть вопросы, то есть вы зашли, хотите свой сайт сделать, да, на бах. Вот. И такие, блин, что там, вводим, да, там, сделать сайт. Вот так вот, ввел такой, о, и получил в Яндексе вот такую, не трать время, создай сам Викс. Блин, ребят, Викс. Викс — это самая худшая платформа, которая хуже всех индексируется. Она вообще не индексируется в поисковиках. Викс лесом сразу гоним и забываем вообще это как ругательство. Потому что, ладно, я вам даже покажу. Потому что эти сайты сделаны на Java технологии. Поисковики не любят Java технологии. Они очень тяжелые. Расскажу в двух словах. Любой сайт, он состоит из вот такого вот кода. Как его можно, кстати, открыть? Правой кнопкой щелкайте только. Ну, лучше по пустому месту где-то. Не по элементу, чтобы вот такого пальца не появлялось, а по пустому месту нажимаете «Просмотр кода страниц». Можно также посмотреть код, но в этом случае появится вот такая штука, и прямо будет, можно, наведя на элемент, найти его вот здесь. Вот. Это прям очень удобно, на самом деле класс. Также есть встроенные еще расширения, но я у себя вот их выключил, потому что у меня все зависло к черту. Вот. Но там можно прям вообще в веб-сайте залезть. Вот. Здесь можно посмотреть, в принципе, с чего он состоит, то есть о чем сайт сразу же. То есть вот так сайт видит машина. Мы с вами видим его вот так. Понятно? Машина не видит картинку, она видит название картинки. Машина не видит название, вот эту красивую надпись, она видит зашифрованное название. Вот оно. Оно называется title. То есть title — это название страницы. У каждой страницы есть свой тайтл. Все очень просто. Далее идет description. Description — это то, о чем пойдет речь на страничке. То есть если страница о поселке, то пойдет речь о различных мероприятиях этого поселка, а также то, что есть в этом поселке. Может быть, даже как добраться до поселка. Да? Ну, собственно говоря, вот вы видите description, то есть вот идет тайтл. Тра-та-та. И вот идет description. Сайт села Косулина. Актуальная информация, новости, мероприятия, расписание движения автобуса. Вот. Собственно говоря, вот. Дальше много всего интересного. И также можете увидеть, на чем сделан сайт. И даже тему. Тему. Потому что очень много стандартных тем. А вот это, кстати, стандартная тема. Во-первых, это сайт на WordPress. На мой взгляд, самый сейчас, да и давным-давно уже, лидер рынка, который лучше всего поддерживается пользователями, поддерживается разработчиками. Ну и, собственно говоря, очень-очень-очень сильно развивается. Я, с вашего позволения, попью чайковского. Очень уж горло пересыхает от таких рассказываний. Вот. И WordPress. То есть на WordPress делается большинство SEO-сайтов сейчас. Но лучше делать, если, конечно, вы хотите прям сделать
лучший сайт на века, то это чистописный сайт, без КМС-системы. КМС-ка это как раз WordPress, что там еще есть, Drupal, любимый всеми Bittrex, я не побоюсь этого слова, Wix, Bits, ругательство. Но тем не менее, почему нет, то есть если вообще никак, то даже Wix хотя бы. Кстати говоря, на Wix у меня тоже есть сайт. Так, yauma.rf называется. Вот, делал его даже не я, но я его настраивал. То есть я сделал клон его, сделал его на WordPress, мы его даже закинули в топ, но тем не менее отказались, потому что этот тоже начал продвигаться, но продвигаться он начал, по-моему, через 2 года. Это сайт-форум на Wix. Он на Wix. Заходим правой кнопкой, куда-нибудь. Смотрим машинный текст этот. Так, как все грузится. Да, все то же самое здесь осталось. Значит, здесь очень много я исправлял. Всего интересного. Вот, например, нельзя сделать, чтобы вот этот квадратик, сам квадрат можно было нажать на него. То есть, если я это очень легко реализую без всяких вот виксовских примочек, которые больше портят, чем делают добра, то здесь переход осуществлялся только нажатием вот этой маленькой кнопочки. Но сами понимаете, то есть не каждый пользователь даже, кстати говоря, есть же еще мобильная, да, то есть кто-то с мобильного зашел и нажать вот на эту кнопку, ну это, по-моему, нереально. Вот. Я хотя бы сделал, чтобы можно было по тексту щелкнуть. Но вот сами видите, что вот, например, здесь невыгодно, да, белый текст на желтом фоне. Но это уже вопросы к дизайнерам. То есть тут я умываю руки. Смотрите, как он тормозит, во-первых. Понятно, что у меня доисторический комп, но тем не менее. То есть, ну, он вот это вот, вот так не должно быть. Все сайты Wix тормозят. Все вот прям пробуйте. Так, что-то я много о нем, но не суть. Суть в том, что он начал у нас продвигаться, он даже начал показывать какие-то статистику неплохую, то есть по нему действительно идут, но мы начали вести блог, то есть отчасти это из-за этого. Вот как раз блог, это и есть основная составляющая SEO. То есть нужно писать много, нужно писать текста, ну и писать красиво, то есть желательно, со смыслом, скажем так. Вот. Например, тут последняя надпись была древнего 20 февраля. Я тут где-то сам еще даже писал, да, вот я начинал этот блог. И здесь немножко они пописали уже без меня, но, видимо, как-то не очень. Тут, по-моему, тоже я писал что-то. Но не суть. То есть какой-то блог есть, через них, возможно, даже что-то заходит. Но вот, да, в принципе, вот смотрите, как он тормозит. Я ненавижу это. Я не могу, я бегу сайта, но вот он у нас открыт здесь, и смотрим машинный текст, то есть здесь очень много скриптов открывается, вот они пошли, это прямо программный код, его не должно быть, если у вас на сайте встроена какая-то программка, например, вот у меня на сайте на одном есть играние в шахматы, то есть там люди могут играть в шахматы. Нельзя в открытом коде, чтобы это лежало. То есть нужно, чтобы это было внутри сайта, в подпапках. То есть к нему сайт должен ссылаться только когда пользователю это надо. И если же машина при заходе пользователя с какого-то запроса вот это вот все видит, она очень пугается. До сих пор машины не любят вот этот вот varchar, ну, собственно говоря, открытый вот этот вот программный код. Это не то. Должны быть ссылки, должны быть... Ну вот это хорошо. Ссылки, мета и различные... Ну, HTML, даже PHP. Это здорово. Хотя PHP, вот это тоже отдельная история, кому надо. Кстати говоря, PHP, как раз таки WordPress, это PHP уже. То есть PHP программирование. А здесь Java. Wix это Java. Чистая Java, JavaScript. То есть это языки программирования. До сих пор не понял. Вот. Ну и, собственно говоря, тут, блин, формат, фонт сайз. То есть тут и CSS-ки все сразу лежат. Потом вот это вот, это функции вообще пошли. То есть
И этот сайт, он виснет, вас просто дерут бабки за то, чтобы, блин, ну ни за что. Это можно сделать все бесплатно. Единственное, за что надо платить, это за хостинг, за домен и все. Точка. Вот. Ну и если какие-то уже хотите примочки посерьезнее. Вот. У SEO. Идем дальше. Значит, что такое SEO-сайт? SEO-сайт — это странички, но самое главное в страничке, это, как мы уже выяснили, title, description, да? Два вот этих вот тега. Они должны совпадать, но еще есть так называемые ключевые слова. Вот на каждой странице должно быть одно ключевое слово, ребят, одно ключевое слово, не больше. Скажите мне, какое здесь на странице ключевое слово? Вот я открыл страничку. Дома в Косулино. Почему? Потому что оно повторяется в title, потом оно повторяется в H1 заголовке. Это именно заголовок страницы. И затем оно повторяется в тексте. Также оно есть в description, я вас уверяю. И есть даже в названии страницы. То есть в домене. Ну, это правильно сказать. Ну, страницы все-таки, да. То есть название страницы. Понятно? Вот. Есть много опять мнений, как нужно писать вот этот вот текст в поисковой строке, чтобы он как был написан. Можно писать латиницей, можно писать так, как здесь написано. И есть еще вот такие вот записи. Сейчас я не побоюсь это написать. И вот и так далее. Процент, B1, процент, тра-та-та-та-та. И вот так вот. C33. Это зашифрованные буквы. То есть компьютер, он шифрует текст. То есть есть разные языки программирования, соответственно, есть... Наверное, неправильно объясняю, но не суть. То есть, наоборот, вам главное понять суть, уловить. То есть, вот это то же самое, но написанное для машин. То есть, машинам понятно. Люди, кстати, пугаются. Такой надписи однозначно, когда там вылезают проценты. Я как-то давал ссылку в сообщениях. У меня есть рассылка. И они, увидев вот эти проценты, конечно, бегут, сломя голову сразу. Жаловаться, что какой-нибудь троян там загрузится. На самом деле они правы. Чаще всего я так и делаю. Ладно, шутка. Вот. Но не суть. То есть вы поняли. Страничка. Вот. Это так, ключевое слово. Ключевое слово одно. И еще можно дописывать метку. Вот. Собственно говоря, SEO-продвижение в этом и заключается. То есть вы забиваете вот эти вот все мета-теги. То есть это title, description, ключевые слова, keywords, и можно метки туда, теги. Вот. И наполняйте этим страницу. Очень важно ключевое слово употреблять не чаще 10% в тексте. То есть, соответственно, не знаю. Ну, если текст там строчки две, то один астрик. Вот. Но это пока. Яндекс, Google, они разные. То есть каждый поисковик, он по-разному индексирует сайт. То есть если вам интересно, как, почему и зачем, пишите комменты. Обязательно ставьте что-нибудь, вопросики. Я постараюсь на них ответить. То есть вот как мне писали по... шахматом. То же самое по SEO-продвижению. Если вам интересно конкретно по какой-то КМС-ке разобрать, может быть, это не WordPress. Я работал с Drupal и с магазинами, интернет-магазины там. Битриксом работал. Битрикс мне, кстати, понравился. Я не скажу, что он ужасен. Но он дорогой. То есть чаще всего люди, тестируя что-то, они выбирают вначале бесплатный метод. И это правильно, черт побери. Вот. Вопросы есть, пишите. Я вообще за чистый код.
Вот прям честно вам скажу, за чистый код это прям самый огонь. Но чтобы им уметь пользоваться, нужно изучить не книги, нужно изучить очень много чужих чистых кодов, чтобы научиться кодить. То есть нужно писать много, большое количество сайтов достаточно. Вот, поэтому пишите вопросы по SEO. Я буду немножко так рассказывать потихонечку, смотреть на ваш отклик, соответственно. Вот я сейчас рассказал чуть-чуть, что какое-то понимание появилось про title, description. Постараюсь ролики не затягивать, быстро вот это все так делать, компоновать, и чтобы на ваш вопрос сразу был такой четкий ответ. Вот. Ну и всем спасибо, всем пока. С вами был Николай Шахматный.